Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Начинающий Судомодалист. И я рад вам сообщить, что мы начинаем цикл видео по сборке Джули Бриз. Вот. Масштаб 1 к 50. И сегодня мы будем для начала вырежем ножничками вот эту часть. Это килевая планка, по-моему. Вот. Сначала ножничками вырежем, потом вот я уже приготовил фанерку. Вот. Как раз таки нам хватает. Вот край. И тут спокойно. Вот. Ну что, приступим. Так, значит, вырезал я киль, и как раз таки вот эти части у меня вмещаются на мою фанерку. А ну-ка, сейчас примеряем. Так. Сначала, наверное, киль. Вот так вот. Колодец. И, наверное, вот сюда можно одну часть. Ага, нет. Значит, вот тут одну. И вторую вот здесь. Вот. Или даже можно вот так вот сделать. Но я обрежу все аккуратненько еще. Вот. Ну и все. И будем ждать, пока подсохнет. И можно будет спокойно это все ручным лобзиком, естественно. Будем все выпиливать. Все, погнали клеить. Все, значит, поклеили то, что на сегодня планировали вырезать. Вот, теперь даем подсохнуть часик другой и начнем вырезать. Вот, все, ждем. Теперь будем выпиливать потихонечку. Погнали. Выломаю, подточу, чтобы все уходило как надо. Вот. Ну а теперь самое главное, начинаем киль. Это будет очень долго. Ну ничего, погнали.
Фух, это, конечно, очень тяжело. Да. Но ничего. Пока вроде бы неплохо. А ну-ка, оцените. Отлично, да? Мне тоже нравится. Вот, ну все, погнали дальше. Так, ну вот что у нас получилось. Вот такой вот киль, планка киля. Вот она. Вот. Ну, это все пазы я сейчас, конечно, все подгоню, чтоб все входило как надо, и заходило, и выходило. Вот. Так, обработал я, значит, немножко два шпангоута. Они теперь прекрасно устанавливаются. Один сюда. Один сюда. Все. Вот. Два есть. Начало положено. Отлично. Вот. И теперь все остальные... вот эти пазы я еще не обрабатывал. Буду же их обрабатывать непосредственно, когда выпили остальные шпангоуты. А их еще надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот. Буду с этого начинать и пойду до носа. Вот. Вот так вот. А, вот что еще нашел. Вспомнил, что у меня есть. У меня же есть... как он называется, стапель, по-моему, вот, это который шел вместе с Батистой, вот, в наборе, сейчас покажу. Вот он, и он прекрасно подходит для данной модели, конечно, все крепится это, чтобы не ходил со стороны в сторону, но вот такой имеет вид. Вот, ну это все, конечно, будет выводиться туда-сюда, как-то углы. Понятно, что сейчас просто установлено, но потом все будет делать ровненько. Вот. Ну, начало положено, я рад. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, не забывайте смотреть прошлое видео. Всем спасибо и всем пока.